А в Северном округе торжества прошли около монумента, установленного в память о работниках Соломбальского ЦБК. Здесь увековечены имена почти 700 заводчан, не вернувшихся с войны. Уже по традиции 9 мая жители Сульфата организуют гражданский марш Победы. Стройные колонны с воздушными шарами и транспарантами выстроились у 43-й школы Архангельска. Жители Северного округа вышли на гражданский марш Победы. Традиция родилась вот в 2007 году. К традиции к нашей присоединяются теперь уже выпускники, ветераны, педагоги школы, учащиеся. В колонне больше 1000 человек. Многие несут штендеры с фотографиями своих родных или коллег, отдавших жизни на полях сражений. Мой дедушка, он воевал стрелком и провоевал практически всю войну. И умер он в Венгрии, там же был похоронен. А бабушка была тружником тыла и всю войну работала на заводе. Мы просто уважаем наших ветеранов. Медиков, да, мы сами медики, и поэтому мы считаем своим долгом пойти сегодня вот на этот праздник, на парад. По этой причине мы вышли сегодня. Финальная точка марша у мемориала павшим работникам СЦБК. Здесь уже собрались ветераны и дети войны. Я каждый год, это мой праздник, мне 83 года. Через 2 месяца я нарвусь, пойду, вспомним, как голодовали. Так что это самый мой наилучший праздник. Александр Прокопьевич родился 9 мая 41 года. Его отец погиб на фронте, а сам мальчик оказался в детском доме. День Победы тогда 4-летнему Александру врезался в память навсегда. Меня воспитательница привела к своей матери. Вот. А она такая радостная, налила мне стакан молока и кусок хлеба дала. Саша, выпей за победу, а мне было тогда 4 года. Сейчас в Северном округе проживает 11 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть больше 40 тружеников тыла. Праздник ощутил каждый из них. Всю эту неделю проходили праздничные мероприятия в культурном центре «Северный». Мы с коллегами поздравляли ветеранов и тружеников тыла на дому. Каждому лично приходили, вручали подарки. Наталья Пулина, Денис Линчевский, «Регион 29».